Здравствуйте! Вас приветствует канал Rainbow Loom TV. И сегодня в нашем видео я покажу, как сплести на нашем станке вот такую вот интересную, веселую коровку с розовыми щечками. Для нашей коровки нам понадобятся оранжевые резиночки, черные резиночки, розовые резиночки и также красные резиночки для наших щечек. Итак, мы устанавливаем станок так, чтобы внутренние части смотрели на нас. На один столбик средний ряд был больше боковых. Мы берем всегда по всему станку мы будем плести двумя резинками. И так начинаем нанизывать наши резинки. Начинаем с первого среднего столбика. И так вот по краю. Теперь вниз. Здесь также по две резиночки, вот здесь вот так, и еще пара, и мы будем одевать розовые резиночки также по две штучки вниз. Пускаем наши резинки. Теперь берем резиночки розового цвета и одеваем таким вот образом, так же как и одевали оранжевый обычным нашим нанизыванием. Вот так вот пускаем резиночки вниз. Берем еще розовые, надеваем сюда. Теперь нам нужно будет надеть резиночки наискосочек розового цвета. Также по две резиночки мы одеваем наискосок с этой стороны и с этой стороны. Вот так вот. Теперь нам нужно будет сделать вот здесь вот щечки пухленькие. Мы берем наш крючок, берем резиночку розового цвета и закручиваем ее на крючке 4 раза. Раз, два, три, четыре. У нас на крючке 4 резинки. Берем резиночку, две резиночки розового цвета. И протаскиваем все 4 резиночки, которые на крючке, на 2 резиночки отдельно. Вот так вот. Так, не получилось. Возвращаем. Так, нашу щечку. Захватываем 2 резиночки. Очень аккуратно надо, чтобы... Вот так. И с этой стороны так. Также и с этой стороны резиночку розового цвета. 4 оборота. 4 резиночки. Берем 2 резиночки розового цвета. Также снимаем на 2 резиночки и одеваем на 2 столбика. Вот так вот. Распределяем вот так вот посерединке. Так. Теперь мы берем резиночки красного цвета и закручиваем 4 оборота вокруг столбика. 2, 3, 4. И с этой стороны
Так же самое. Раз, два, три, четыре. Теперь берем резиночку оранжевого цвета. Одеваем ее на первые два столбика. Первый и второй столбик проворот. Закручиваем восьмерочкой и одеваем еще раз на этот столбик. И на этот столбик так же самое. В два оборота. Теперь берем резиночки черного цвета и закручиваем по 4 оборота на столбиках. 2, 3, 4. Это рожки коровы. Раз, два, три и четыре. Теперь мы вот здесь, вот на наших столбиках, одеваем также резиночки черного цвета, также закручиваем по 4 оборота. Это глаза коровы. 2, 3, 4. Разворачиваем. 1, 2, 3, 4. Вот так вот. У нас все готово. Теперь мы берем крючок и вытягиваем оранжевые резинки. У нас образовываются рожки. Здесь вот немножко подправим натяжение. Вот так вот. И с этой стороны так же самое. Достаем оранжевую резиночку и одеваем на предыдущий столбик. Вот так вот. Вот так. Теперь мы берем резиночку оранжевого цвета и одеваем ее треугольником, но при этом закручивая восьмерочкой и одевая второй раз на этот же треугольник. То есть мы два треугольника с одной резинки делаем и снимаем наши глазки, точнее глазки коровки нашей, серединку. Сюда. Так. Вот. И этот глазик тоже в серединку. Вот так вот. Теперь мы берем еще одну оранжевую резиночку. Также закручиваем восьмерочкой. Ее одеваем дважды на 3 столбика. Следующую резиночку мы берем розового цвета, но уже не закручивая восьмерочкой, просто одеваем на 3 столбика. И на эту резиночку мы спускаем наши щечки. Вот они, красного цвета. Если снялось вот так вот, ничего страшного, мы проденем по-другому, значит. Мы сейчас делаем 1, 2, 3, 4 оборота. И на эту резиночку просто снимем наши щечки вот так вот. И вот так вот. Ну, конечно, лучше будет, когда будет правильнее, а правильнее будет вот так вот снятие. Придерживаем одним пальчиком розовую резинку. Вот так вот. И наши щечки на резиночке. Сюда мы одеваем также резиночку розового цвета, закручиваем ее в 4 оборота. 1, 2, 3 и 4. Итак, наша голова коровки готова. Следующим этапом нашего плетения мы будем продолжать плести, нанизывать на станок резинки туловище коровы. Начиная не отсюда, а с этого столбика, мы берем резиночки
оранжевого цвета. Одеваем вот так. Сюда оранжевого цвета по две резиночки. Сюда черного. Вот так вот. И серединку черного цвета резиночки. Почему именно отсюда? Потому что мы будем туловище переносить на голову. То есть у нас будет туловище под голову. Далее мы берем резиночки оранжевого цвета, нанизываем вниз, вот сюда вот. Не забываем опускать резиночки вниз, чтобы они не мешали, не путались у нас. Так, следующая пара идет черная. И мы одеваем их в серединку, вот сюда вот. Вот так вот. Опускаем вниз резиночки. Это будут наши пятнышки. Так. Нет, не сюда, вот сюда вниз. Сюда мы одеваем оранжевые резиночки. Вот сюда. И сюда мы одеваем оранжевые резиночки. Так. Далее. Слева у нас оранжевые резиночки. Вот здесь вот. Далее черные резиночки. Вот сюда. Серединку. Сюда справа, а в серединку тоже оранжевые резиночки. Так, здесь оранжевые резиночки, и здесь две оранжевые резиночки, вот так вот. Так, теперь будем нанизывать наши первые копытца. Сюда вверх и сюда вверх. Это наши копытца. На каждой копытце на верхних столбиках мы закручиваем 4 оборота черной резинки. Раз, два, три, четыре. Одно копытце и второе. Раз, раз, два, три. И 4. Вот так вот. Опускаем резиночки все вниз. Так. Теперь мы на этих копытцах одеваем резиночки восьмерочкой. 4 оборота. Раз, два, три и четыре. С этой стороны и с этой стороны. Раз, два, три и четыре. Итак, теперь мы одеваем оранжевые резиночки на наши треугольнички. Вот так вот. Не закручивая восьмерочкой, просто одеваем здесь, а эту, на этот треугольничек, эту резиночку мы одеваем треугольничком, но вот эту вот линию мы за столбик вот так вот опускаем. И вот у нас вот так вот получилось нанизывание нашей коровки. Теперь вытягиваем передние копытца. Вот так вот. С этой стороны и с этой стороны. Вот так. И переходим теперь к нижним. Так, теперь
вытягиваем резиночки, вот эти вот вперед. Это наши, это копыта нашей коровки. Так вот, так. Теперь вперед идем, все снимаем резиночки вверх. Вот так вот, так. Средний ряд. До конца. Так. Вот сюда. Еще оранжевую сюда. Теперь черную сюда. Вот так. Теперь вот эту сторону до конца. Вперед. Так вот. И вот здесь вот. Так вот. И оранжевую мы вытаскиваем аккуратненько вот сюда. Так вот, немножко уменьшив натяжение, у нас спали резинки. Так, теперь мы переходим к плетению головы. Мы снимаем туловище нашей коровки почти полностью со всего станка. Оставляем только последнюю вот эту вот резиночку. Резинки на последнем столбике. И сейчас, что мы с ними будем делать? Сейчас я вам покажу. Так, вот здесь вот мы вытягиваем сейчас резиночки, которые одетые вот таким вот образом наискосок. Две сюда наискосок. Две налево, так, и прямо две, вот так вот. Теперь смотрите, мы снимаем полностью со всего станка туловище. Вот оно у нас вот такое вот получилось, так. И одеваем не на первый, а на второй столбик. Вот сюда вот. Нашей головы. С конца. Поворачиваем. Вот так вот. Так. И теперь достаем резинки по очереди, как мы одевали. Здесь. Вот здесь вот. Так. Сейчас тут найдем наши две резиночки. Вот они. Вот так вот вперед. Здесь поправим резиночки. Вот так вот. Итак, до конца мы снимаем все наши резиночки вперед.
аккуратненько, потому что натяжение очень сильное всех резинок, поэтому стараемся аккуратненько, чтобы не порвать. Да. Теперь сюда, сюда, отсюда тоже. Видите, натяжение сильное, не хочет слазить резиночка. Главное, чтобы не порвалось. Вот так вот. Сейчас мы вот так вот так. И отсюда последнюю резиночку достаем. Последние две резиночки. Вот так вот. Теперь вот эту вот нижнюю резиночку мы опускаем вниз. Эту подтягиваем. Вот так. И снимаем нашу голову, точнее голову коровы, полностью со всего станка. Аккуратненько снимаем все у станочка. Так, и теперь смотрим. Вот у нас получилась вот такая вот наша коровка. Вот ее маленькие рожки, глазки, пыльца. Сейчас поправим все. Здесь вот поправим копытцы. Так, вот такая вот у нас прикольная, веселая наша коровка. Вот так вот у нас получилось с вами. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте.